Друзья, всем привет! В общем, короче, сейчас я буду кушать вот такую вот грудинку, смотрите, такая вот грудинка. Ну, бутерброды, короче, сделаю с грудинкой. И вот у меня такой компот из старой советской кружки. Вот. А в начале видео хотел передать привет моему подписчику Кириллу Новикову. Кирилл Новиков, тебе большой привет, счастья тебе, здоровья, удачи и всего самого хорошего. И спасибо за донат, Кирилл. Спасибо огромное. Так, друзья, давайте сделаем это. Бутербродик, да? Сделаем один бутербродик. Вот смотрите, вот такая вот грудинка. Копченая. Вот так она выглядит. Вот. Сейчас я сделаю бутербродик. И с компотиком. Компот это мы сами делали. Мамка готовила, короче. Так, ну и все. У меня одного бутербродика хватит. Вот так, короче. Вот так выглядит он, смотрите. Вот такой вот бутерброд. Вот, вот так. Такой вот бутерброд с грудинкой. В общем, друзья, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Вкусно, да, грузинка это? Друзья, вкусная грудинка. Если по пятибалльной шкале оценить, то на пятерочку с плюсом. Вообще очень вкусная. Прям чувствуется копченость, что она копченая. Вот, мяско такое вот именно нежное, вкусное. Очень вкусное. Короче, по пятибалльной шкале на пятерочку. Ну, очень вкусно. Вот, Кирилл, тебе спасибо огромное за донат. Мне очень приятно. Вот. И хочу еще раз передать тебе большой привет. Вот, Кирилл Новиков, большой тебе привет. Счастья тебе. Здоровья и всего-всего самого наилучшего. И пиши в комментариях, будем общаться с тобой. Я знаю, ты уже давно подписан на мой канал. Вот. Очень интересно общаться с тобой. Кирилл, если хочешь, можешь подписаться на мою страничку в Одноклассниках. Вот, ну и будем общаться с тобой в Одноклассниках, будешь мне писать там.
Этот, меня там найти легко, просто пишешь Григорий Хорев, вот, и все, и ты найдешь мою страничку в Одноклассниках. Компотик тоже такой классный, холодненький, из холодильника. Вообще, друзья, очень вкусный. Ну ладно, друзья, спасибо вам за просмотр. Счастья вам, успехов и всего самого хорошего. Все, друзья, всем пока.